По эффективности работы органов местного самоуправления Московской области Одинцовский район на 6-м месте. Рейтинг учитывает сразу несколько показателей: предпринимательская деятельность, государственные и муниципальные услуги, эффективное управление, качество жизни и сельское хозяйство. Я вас всех поздравляю с этим результатом. Теперь наша задача не сбавлять обороты и двигаться вперед уже к первым местам. Хочу отметить, что рейтинг отражает реальное качество жизни на территории и также показывает эффективность работы администрации. Баллы в рейтинге 50 присваиваются не по формальным критериям, а по конкретным показателям, которые можно измерить и оценить. Тем важнее и ценнее этот результат. Подчеркну, что 6-е место – это победа всей нашей команды, команды Одинцовского района. Приближаются новогодние праздники, а это значит, что на коммунальные службы нагрузка возрастет. Михаил Каратаев отметил, что работа систем жизнеобеспечения и служб ЖКХ полностью готова, и перебоев быть не должно. Спланировано дежурство должностных лиц, органов местного самоуправления и ресурсоснабжающих организаций. Организованы инструктажи и проверки готовности к работе аварийных служб предприятий ЖКХ, содержание их готовности и возможным действиям проверены при участии МинЖКХ и ГЖИ Московской области. Аварийных бригад сформировано 37, 190 человек в них состоит, и 79 единиц коммунальных техники также находятся на дежурстве. Декабрь богат на обильные снегопады и морозы. Такая ситуация сохранится и в январе. Вся коммунальная техника готова работать в усиленном режиме. Пешеходы и автомобилисты не должны испытывать неудобства в передвижении, отметил глава района. У нас организовано круглосуточное дежурство с силами сотрудников казенного учреждения. В подрядных организациях также утверждены графики на весь период этих праздников, круглосуточное дежурство будет осуществляться. Организовано взаимодействие с владельцами федеральных автомобильных дорог, которых у нас на территории 336 километров, а также региональных автомобильных дорог, это Истринский РУАД, Мосавтодора, 354 километра автомобильных дорог у нас регионально. Андрей Иванов поблагодарил глав поселения за хорошую работу и подчеркнул, что есть еще ряд моментов, которые не дают территории возглавить тройку лидеров региона. Мария Шматкова, Евгений Муравлев, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».